Кать, суд идет. Народный суд Дзержинского района города Ленинграда приступает к слушанию дела Иосифа Бродского. Ведет дело народный судья Савельева. Я только полгода работаю в Союзе и лично с Бродским не знаком, но я читал его эпиграммы. Вы бы покраснели, товарищи судьи, если бы прочитали. Товарищи судьи, некоторые говорят о таланте Бродского, но мой друг, поэт Куклин, громогласно с эстрады заявил о своем возмущении стихами Бродского. Талант измеряется только народным признанием, а этого признания нет и быть не может. Где вы работаете? Отвечайте суду четко. Еще раз предупреждаю, прекратите записывать. Где вы трудитесь? Где вы работаете? Да прекратите же, в конце концов, вы записывать. Вы не можете писать стихи. Вы не кончали специального высшего учебного заведения. Отвечайте, что полезного вы делаете для родины? Товарищи, вас судья предупреждал, нельзя записывать. В зале суда нельзя записывать. Тоже мне писатели нашлись. Интеллигенция. Довязались на нашу шею. А интеллигенция разве не работает? А ты что, не видел, как они сидят, суки, на нашей шее? Не заметь его. Ты слышал, что обвинитель говорит? А защита что говорила? Защита за деньги говорит. Обвинитель бесплатно говорит. А ты там прав. Прав, да. Бинул, прав. А защита? Защита за деньги говорила. А вы что вот записывали здесь? Вот взять бы вас вместе и выгнать отсюда бы. И тогда вы узнали бы, понимаешь, почем фунт лиха. Выгнать надо всех. Бродского защищают прощелыги, тунеядцы, мокрицы, жучки. Бродский не поэт, а человек, пытающийся писать стишки. Он забыл, что в нашей стране человек должен трудиться, создавать ценности, станки, хлеб. Бродского надо заставить трудиться насильно. Почему прямо не сказать, что у него есть антисоветские строчки? Идейно грязный человек. Надо проверить моральный облик тех, кто его защищает. Друзья стали звонить во все колокола. А? Систематически не выполняет обязанности советского человека по производству материальных ценностей. Народный суд приговорил в соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 года выселить Бродского из Ленинграда в специально отведенные места с обязательным привлечением к физическому труду сроком на 5 лет. Thank you.
1972 году, отбыв срок наказания, Иосиф Бродский был вынужден эмигрировать. Платонович Огарев, выдающийся революционер-демократ, друг и сподвижник Герцена. 110 лет назад царское самодержавие подвергло его вечному изгнанию из пределов Родины. Талантливый поэт, публицист и философ умер в Англии. Специальным самолетом из Лондона в Москву доставлена урна с прахом Николая Платоновича Огарева. Советские люди никогда не забывали горьких слов верного сына России. Мне тяжело на чужбине. Я слишком русский человек, чтобы выносить заграничную жизнь без глубокой тоски по родине. Ныне на Новодевичьем кладбище прах Огарева предан родной московской земле. Земле, которую так горячо и страстно любил этот замечательный человек, пламенный патриот своей родины. Сегодня ведутся переговоры о возвращении на родину праха целого ряда замечательных представителей отечественной культуры, которые были лишены гражданства уже в наше время. Справка. В 1987 году Иосиф Бродский, русский поэт, ныне живущий в Соединенных Штатах Америки, стал лауреатом Нобелевской премии. Усталый раб из той породы, что за Рим все чаще, под занавес глотнул свободы. Она послаще любви, привязанности, веры, креста, овала, поскольку и до нашей эры существовала. Ей свойственно к тому же упрямство. Покуда время не поглупеет, как пространство, что вряд ли. Семя свободы взлом чертополохи в любом пейзаже даст из удушливой эпохи побег. И даже сорвись все звезды с небосвода, исчезни местность, все же не оставлена свобода, чья дочь словесность, она, пока есть в горле влага, не без приюта. Скрипи перо, черней бумага, лети минута.